Приветствую! Мы находимся в городе Минск, и это продолжение темы с двигателем с моей Лянча. Разбор, дефектовка, обзор конструкции. Но прежде чем мы начнем, сделаем небольшое отступление, как мы его снимали и что при этом было замечено. Люблю вот так вот делать обзоры на двигателя, которые снимаешь прямо с автомобиля. Здесь, ну, во-первых, я немножко погорячился ранее, думая, что это двигатель в отличнейшем состоянии, потому что вот он весь засран маслом, и тут это уже засранность очень давно, то есть проблемы у двигателя были. Также здесь вот стоят свечи накаливания, наверное, с этой стороны будет показать лучше сейчас. То есть вот эти вот две, они имеют такой белесый цвет, а вот эти две более загажены. Но, наверное, все-таки попробуем отсюда его показать. То есть вот они, загаженные две свечи, эти более белые. Ну, то есть предположительно, что вот эти вот две работали, те нет. Но это в любом случае мы проверим. Но показать я хочу не это. То есть, сняв радиатор, сейчас мы разбираем тут все остальное, чтобы его вытащить. Значит, система очистки масла. Здесь маслофильтр, как я показывал ранее, кстати, вон он под бампером. Здесь система очистки масла, вот, идет выносная, то есть маслофильтр выносной. Подается все это шлангами, подключается туда к фильтру. И здесь дополнительно, вот он шланг, там, правда, плохо видно из-за стеклоочистителя, на этом мы сейчас, может быть, все разберем и покажем. Короче, туда подходят шланги. Это для масляного радиатора. Но так как масляного радиатора здесь не было, здесь просто это замкнуто кольцом и все. То есть система продумана была с завода. Причем маслофильтр был, вся система отнесена в сторону. Ну, с одной стороны, это сложнее и дороже. С другой стороны, это позволило более компактно расположить двигатель. Ну, то есть всю систему. Потому что обычно на современных двигателях, вот кто разбирал, кто видел на блоке, там прямо целый массив теплообменников. Вот Volkswagen любят сейчас апеллятор. Ну, много кто этим занимается. Ну, и, скажем так, не сильно оно удобно, когда все висит на двигателе. Да и нагрузка лишняя, то есть там вибрация, оно не надо. А так вся система разнесена, кстати, вот она, Лянча. Так, далее, по системе охлаждения. Значит, ну вот он, интеркулер. Он, кстати, хороший, нормальный, он только грязный внутри. Но я не думаю, что там что-то будет видно внутри, я это покажу, но... Ну, короче, там ничего, наверное, не видно. В общем, его надо просто помыть, и можно эксплуатировать далее. То есть он небольшой. Ну и, конечно же, радиатор. В общем-то, мне и не удивительно, почему автомобиль перегревался. Ну, то, что вентиляторы не срабатывали, то полбеды. Но радиатор, я думаю, здесь будет хорошо видно, что вот это его верхняя часть, то есть вот они соты идут так. Далее мы опускаемся вниз, и вот внизу он залеплен песком. Ну, то есть, я так понимаю, турбина гнала масло, оно частично выходило где-то с интеркулера, соединение сочилось, попадала на радиатор, и пылью все это забивало. Ну, возможно, так, возможно, я не прав. Но, по крайней мере, радиатор забитый процентов на 50, это как минимум. Но если учитывать то, что вот так вот оно все забивает, то где-то процентов может быть и 55-60 у него не работало. Ну, 50% здесь есть точно. И, конечно, прежде чем перейти к разборке двигателя, хотелось бы показать его полностью в сборе, в котором он был. Значит, ну, к сожалению, маховик мы отсюда сняли для того, чтобы повесить его на стенд. ТНВД сам по себе механический, но, то есть, ну, простой, с минимальным вмешательством по электронике. Но так как здесь двигатель с надувом, то есть вот она, кстати говоря, турбинка. Да, там, конечно, глушитель уже совсем не в надлежащем состоянии, да и турбина сама по себе. Значит, но для того, чтобы как-то более-менее правильно эксплуатировать двигатель, то есть, когда ты даешь полный газ, допустим, двигатель раскручивается, естественно, давление надува далеко не максимальное в первоначальный момент. Потом, в дальнейшем, турбина раскручивается, выходит на свое рабочее давление, то есть на буст. И в этот момент можно дать двигателю больше топлива. Для этого используется здесь
Система очень простая, то есть вот армированный шланг со впускного коллектора связан с вот такой вот мембраной на топливном насосе. Ну и здесь, соответственно, дополнительная регулировка, чтобы его отрегулировать, то есть настроить. Ну и в какой-то определенный момент, когда система выходит на буст, ТНВД дает больше топлива. Естественно, минус такой системы в том, что нельзя четко отрегулировать, ну скажем так, максимально оптимизировать работу всей системы, потому что давление наддува может быть одинаковое, но в зависимости от времени года там и от системы, от величины интеркулера или вообще от наличия интеркулера, то есть может быть плотность воздуха совершенно разная, то есть температура больше, плотность соответственно меньше. И естественно, то есть, ну и количество топлива соответственно нужно давать разное. Ну, поэтому система здесь имеет какую-то регулировку свою, то есть какой-то средний оптимальный режим выбирается. Так, также этот двигатель имеет все навесное оборудование с одной стороны. Обычно на двигателях делают навесное оборудование, стараются расположить, как правило, с обеих сторон. То есть, с одной стороны, какие-то вспомогательные агрегаты, а с другой стороны, вспомогательные агрегаты. В данном же случае, двигатель с передней части, с передней стороны, он не имеет по заводу никаких вспомогательных элементов, ну, кроме вот сапуна. И, соответственно, системы очистки масла. Ну, там даже кронштейн идет свой, то есть идет система отдельно, то есть ничего нету на двигателе. В то же время, то есть при таком размещении агрегатов, то есть тут, конечно, не было места разместить топливный насос именно вот с этой вот стороны. То есть получалось очень много элементов, то есть помпа, генератор, плюс компрессор гидроусилителя, ну и на ТНВД просто банально не было места. Поэтому его здесь итальянцы разместили с другой стороны, сзади. И идет привод от распределительного вала. Именно такая система лично мне нравится больше, чем, например, как у там разных остальных двигателей Volkswagen, Mercedes, где размещен ТНВД с приводом от ремня ГРМ. Есть Volkswagen, кстати, с подобным же приводом. Значит, плюс заключается в том, что при обслуживании двигателя, при замене ремня, совмещаются лишь метки распредвал коленчатый и коленчатый вал. И в момент впрыска, ну, в принципе, он никуда не девается, не сбивается, его не нужно проверять. Потому что при другой системе, когда идет замена ремня с приводом на ТНВД, там, ну, более кропотливого требует система подхода. То есть, если случайно сбить момент впрыска, а такое бывает, к сожалению, при эксплуатации у народа, то потом дополнительно нужно все это дело выставлять. Также не могу не отметить крепление двигателя на автомобиле. Здесь вот один большой мощный кронштейн стоит, который лежит на лонжероне. Он крепится, соответственно, на кузов. И точно такое же крепление есть с другой стороны на коробке. То есть, где стоит коробка, там такой же кронштейн идет, и он крепится точно так же на лонжерон. Ну, коробки здесь нету. То есть, двигатель фактически на автомобиле держится полностью. Основная его масса идет на два лонжерона, то есть с одной и с другой стороны. И идут также тяги, снизу была тяга от перемещений его, то есть в момент, ну то есть на сворачивание, чтобы он не проворачивался. Значит, плюс системы крепления именно таким образом, ну то есть расположение в автомобиле, заключается простота. Во-первых, простота его компоновки, то есть он просто устанавливается на лонжероны без каких-либо лишних подушек, еще чего-либо, то есть облегчает установку. Ну и вообще крепление выполнено грамотно, потому что вот эта вот вещь, вот эта вот дуга, то есть получается по развесовке, она находится, вот я так камеру поверну немножко, она находится посередине двигателя, то есть с одной стороны двигатель, с правой стороны, с другой стороны разное навесное оборудование, то есть там генератор, помпа, коллектора, ТНВД. То есть масса распределяется примерно от центра этого кронштейна. В то же время этот кронштейн никак не взаимодействует с механизмом газораспределения. Просто очень много двигателей, ну просто величайшее количество, где двигатель имеет опоры, на которых он висит,
И они обязательно каким-либо образом пересекаются с системой газораспределения. То есть там посередине ремня стоит частично, там туда-сюда. Ну, это очень неудобно, и я считаю, в принципе, это не сильно грамотный ход производителей, когда систему газораспределения задействуют таким образом, что нужно разбирать там частично подушку, чтобы поменять ремень. То есть можно все сделать, вот, пожалуйста, пример, можно все сделать проще, без какого-либо ущерба для эксплуатации. То есть вот все-таки итальянский автопром, ну, там, я опять же таки, я не буду говорить, что это там идеальный автопром, там любимый, но вот есть, они делают для двигателя, по крайней мере, вот в середине там 80-х, 70-х, они действительно делали грамотные конструкции, действительно продуманные, но, конечно, то есть, и даже если сравнивать с японским автопромом, я никоим образом не хочу сказать, что он там хуже чем-то, но вот итальянские двигатели по некоторым конструкторским решениям мне лично нравятся значительно больше, нежели все остальные двигатели. Но, к сожалению, хороший итальянский автопром рано или поздно заканчивается. Значит, также я хотел здесь еще отметить один момент. То, что я показывал ранее, вот они, свечи накаливания, то есть, я так понимаю, эти работали, эти нет. О чем пойдет речь далее? Вот эта система откачки воздуха с вакуумного усилителя тормозов. Ну или в народе вакуумником называют, гидроваком, по-разному ее называют. То есть иногда она выполняется, ну не всегда, но выполняется сзади генератора либо гидроусилителя. То есть идет генератор, и за ним стоит вот такой вот прибор, ну или за гидроусилителем, тоже не шибко удобно. Здесь он сделан сверху отдельно, то есть и до него добраться в случае неисправности, в принципе, очень легко. Ну, в остальном, конечно, состояние двигателя, ну, мягко говоря, не очень хорошее. То есть он весь облит маслом, причем маслом он облит и грязью засыпан. Это не от нашей эксплуатации, что я там 125 километров проехал на нем. То есть видно, что он уже давно был облит маслом, он в таком состоянии уже довольно давно. Кстати, форсунки здесь обычной конструкции такого типа, как там на 123-м Мерседесе, ну, например, там 615, 616, 617 двигателя, также Volkswagen, то есть, ну, примерно все оно то же самое и похожее. Ну, сейчас попробуем разобрать и очистить, потому что я сначала думал, что это крепление форсунок в первоначальный момент, вот эти болты. Оказывается, нет, это просто грязь. Ну, и в дополнение ко всему вышесказанному, то есть, вот он, механизм ГРМ, то есть, я снял щиток. Здесь нету ничего лишнего. То есть здесь идет привод, вот здесь на привод масляного насоса, я так понимаю, сейчас мы еще разберем и посмотрим. Натяжной, он же и обводной ролик, ну и, соответственно, шкив на распредвал. То есть из него, кстати, можно сделать регулируемый шкив. Ну, сама его конструкция позволяет. Кстати говоря, вот именно в таких конструкциях ремень ГРМ испытывает минимальную нагрузку, потому что самое большое усилие, которое он передает, это на привод распредвала, ну, соответственно, вместе с ТНВД, который стоит. Все остальное, то есть то, что приводится, например, масляный насос, там очень маленькое усилие тратится на это, то есть сравнительно со всей системой. И все передается через один шкив, то есть максимальный обхват, в принципе, то есть система должна быть довольно надежный. Ну и также хочу обратить ваше внимание на то, что несмотря на большое количество, ну, разной грязи, то есть сальник передний не тек. Ну, по крайней мере, я имею в виду, не тек в больших очень количествах, чтобы масло попадало на ремень и вывело его из строя. И, конечно же, я ранее вот не сказал, здесь крышка головки, крышка клапанов, имеет интересное конструктивное решение. Ну, то, что здесь крышка маслозаливной горловины похожа на Жигули, ну, это понятно, итальянский автопром, но крышка клапанов имеет вот такие вот ушки, приливы. Вот они. Их 4 штуки. Они выполняются такие приливы для того, чтобы при демонтаже, то есть подковыривать отверточкой, ну, или монтировочкой, и снимать крышку. Здесь их аж 4 штуки, 4 ушка. То есть, в принципе, двух вполне достаточно было бы. Но итальянцы решили сделать красиво. То есть, 4 ушка, несмотря на то, что это может быть дороже. Может, им просто форму было так проще сделать. Но, по крайней мере, это смотрится красиво и довольно практично.
Вот он сам маховик вместе со сцеплением. Несмотря на то, что в прошлом видео я показывал, что у меня сцепление задымилось, стало буксовать. Но я сцепление по ходу не спалил. Здесь был в свое время заменен. То есть вот здесь. В общем, он до заклепок не дошел еще. Есть еще место. Но диск здесь необычный. Диск мы нашли. Сейчас я покажу. Попробуем приблизить. Опа! Вот он. Росстандарт. Ну, короче, это жигулевский диск сюда поставили, я так понимаю, с восьмерки. Потому что по шлицам и общим параметрам он подходил. Хотя, если судить по корзине, то диск здесь явно должен был быть пошире. Ну и, соответственно, по маховику, потому что здесь видно, что и довольно давно он ездил, я так понимаю, так что. Вот. Также сам по себе маховик по креплению. Мне что-то кажется, если здесь приложить жигулевский маховик, то он по креплению станет. Может быть, даже и по диаметру будет подходить. Но, в общем, у нас жигулевского маховика нет. Прикладывать мы не будем. Ну, корзина здесь, естественно, явно не жигулевская. Вот. Ну и сам маховик имеет такую конструкцию с буртиком. Но хочу заметить, несмотря на впечатлительные размеры, впечатляющие, точнее, размеры маховика, маховик этот не очень тяжелый, то есть не шибко тяжелый. Например, на тех же BMW бензиновых, Audi, например, V6 бензиновый, там маховик куда тяжелее. Ну, только взвесить мне, к сожалению, нечем его. Но вот чисто по ощупь, то есть я смотрю, что на ощупь он чуть тяжелее жигулевского маховика. При демонтаже крышечки здесь, оказывается, ремень стоит. Мне почему-то казалось, что раз в алюминиевом корпусе, значит, там какой-то привод цепочкой, но вполне логично. То есть меточки у него есть свои, так. И теперь покажу, пожалуйста, крышечку. Здесь вот этот вот привод, ну, то есть откачивающее устройство. Его нельзя было вытащить, потому что здесь оно вытаскивается в определенном положении. А ну, вытащи его. Вот сейчас. Вот. О, и нельзя было вытащить, потому что оно, по всей видимости, в ВМТ вытаскивается. То есть вот они, резиночки, демпферы здесь стоят. То есть ставятся пометки и все разбирается. Да, конечно, вроде бы мелочь, но на самом деле очень интересно и приятно. Ну и, соответственно, регулировка здесь момента впрыска. Это уже отдельно на самом ТНВД. Далее, после демонтажа крышки, ну, пожалуйста, подними торжественно. Вот здесь на крышке написано, а ну еще раз вниз, так, вот здесь вот лянча, а теперь переверни. А вот здесь у нас написано Fiat, ну правда сейчас вверх ногами вы видите эту надпись, но не суть важно сейчас. О, вот он, Fiat, я надеюсь, да. Значит, на что я хочу обратить внимание. Вот двигатель именно в том виде, в котором мы его только что разобрали. Двигатель чистый. На самом деле, я удивлен, сначала удивился, думаю, как это он чистый, но потом смотрю, что вот он есть, кокс, вон он прямо так аж отлетает, старый кокс, я так понимаю, он был грязный. В общем, перед заливкой сюда спец состава Супротек, именно вот как он, вот, то есть то, что мы заливали. Мы не скрывали, естественно, крышку, не смотрели. Поэтому утверждать, что это именно от Супротека, я не могу. Но с другой стороны, по логике вещей, он был грязный. Ну, что, масло мы здесь не меняли. То есть, вот то, что было, то здесь и есть. Мы только какого-то шмурдяка отработки долили. Вон оно, кстати, масло. Вон оно. То есть, вот. Ну, то есть... Но проехали мы немного на Супротеке, но зато двигатель получил очень больших нагрузок и оборотов. Вот, то есть видно, как поотмывалось. Ну, честно говоря, то есть я то есть не могу утверждать, что это от него, ну и как бы проигнорировать вот этот вот факт я тоже не могу. То есть я об этом говорю. Кстати, распределительный вал, регулировочка здесь идет шайбочками, как на восьмерке. Ну, все-таки Италия. Но в то же время распредвал имеет всего две опоры посередине. Ну, естественно, по бокам. Сэкономили они здесь немного. Но, с другой стороны, распредвал не испытывает таких сверхбольших нагрузок. Хотя я лично добавил бы здесь еще по одному бугелю. Не помешало бы. И при разборке, при откручивании кронштейна, мы тут такой небольшой нежданчик получили. А ну, покажи. Выкручиваешь болт, и оттуда течет охлаждающая жидкость.
Ну, вообще это неправильно, такого быть не должно. То есть, иначе резьба заржаветь может, ну, вообще. То есть покрыться коррозией, я имею в виду, то есть, ну, это неправильно, в общем. Можно, ну, покажи. Дай. Может быть, тут они не хотели ничего такого. Ну, болт, по крайней мере, на, держи, не заржавел. Но вот такой вот действительно нежданчик у нас. А, братва, это не кронштейн. Это вместе с помпой он здесь стоит. То есть кронштейн здесь выполнен одним целым. Сейчас мы с другой стороны обойдем. Вот. Вот он здесь кронштейн этот. Это одно целое с корпусом помпы. То тогда, в общем-то, я извиняюсь, то есть все нормально. То, что болт идет в охлаждающую жидкость, это все. Ну, я не могу сказать, что это ошибка правильно, но тем не менее, ничего удивительного здесь нет. Ну, честно говоря, впервые вижу такую конструкцию, чтобы помпа была, ну, несущим элементом, то есть двигателя. По логике вещей, то есть, чтобы, ну, не расшатало, хотя еще и расшатает. Но, в общем-то, это не сильно. Как по мне, это не сильно удачное конструкторское решение. Вот. Все-таки итальянский автопром, хоть и мне очень нравится, но вот в данном случае я разочарован. Я, вот, ну, честно говоря, ну, как практика показывает, все ездит, но в принципе эти сложности здесь не нужны. Мы открутили все крепления. Осталось теперь снять головку. А ну давай. Братва, попробуем. О! Вообще идеально все, блядь. Да, отлично. Ну что, забирайте ее куда-нибудь. Я думаю. О, клапана чуть-чуть под маленьким углом все-таки. Водичка чуть-чуть. Да. Форкамеры, смотри, какие интересные. Да. Форкамеры. Вот сюда что-то явно попадало у него. Ну, давай, пока в сторонку. Да. Так, и смотрим, чего у нас. О, слушай, так тут и поршня с вытеснителями. Шикарно. Вот, пожалуйста, итальянцы, да, они сделали головку с наклоном клапана. И поршни сделали с вытеснителями. То есть вот это идеальные поршни для Жигулей. С проточкой под клапана и с вытеснителем. Ну, конечно, там вытеснитель нужен побольше на Жигули. А ну, сними прокладку. Угу. Все снялось. Он был перегрет до этого, до нас. Слушай, а ну покрути, пожалуйста, коленчатый вал, или нечем уже его покрутить? Нет, еще. Ну, странно, я бы не сказал, что здесь что-то оторвало у него. Подолазить. Наверное. Чей же там заглох? Да ладно, давай тогда поддон уже скрутим. Подожди, давай. По часовой. Все уперся. Все уперся? Да. А ну назад. Уперся. Да, шатун, наверное. Что-то там, смотри. Заржавел уже, что ли? Да, заржавел. Ну, видимо, водичка попала. В первый все-таки водичка, видимо, попала. Нет никаких задиров там. Странно, что же он не... Чего же он не говорит? Ну ладно, давай поддон. Так, его уже тут ржавчину давно бы съела, пока мы пилили сколько там, 100 с чем-то километров проехали. Тюнинговка видна. Ну, сейчас мы ее разберем, потрем. Итак, идет демонтаж поддона, но здесь я хочу продемонстрировать чудесную надпись Fiat. Где ты говорил Fiat? Где-то там? Вот она. Ну, короче, где-то здесь Фиат. Вот. И он еще побитый немножко поддончик. Ну так, слегка это, видимо, его тут прикладывали. Да это. Еще одно. Это плохо. О. Смотри. Момент истины. О, шансовый инструмент. Так. Итак, что мы здесь увидим? Та-дам! Так, еще здесь
Че он не хотел крутиться? Че он не хотел вращаться? Ну покрути его. Что ли? В чем дело? Вот тут что-то какой-то хрень прилипло. А, нет, это не прилипло, это так что-то надо. Нечто так надо. Это не особо там и грязи такой рабочий момент. Ну. Вон он, поршень, походу, задевает противовеса. А ну в обратную сторону, проверни его полный новый оборот. В обратную сторону. И, ну да, дальше да, что он да. Не идет. РС, короче, здесь минимальный. Да, РС тут минимальный. Давай. А ну давай. Дальше. Все, он туда не, а еще в другую, в обратную сторону. Еще здесь вот уперся. Что, уперся? Да. Что-то вот он. Тут. Вот отсюда сейчас будет хорошо видно. Видишь? Проточка. Ну ладно, давай разберем, посмотрим, что там. Итак, чтобы не ходить вокруг да около, разобрав двигатель, мы обнаружили в четвертом цилиндре повреждение. Мы воспользуемся обычной эпичной фразой, которую так любят иногда употреблять люди. То есть, вот это шатун нормального человека, вот это шатун курильщика. Вот, если мы все сделаем раз... Два. То есть вот я на головку сверху насадил, то здесь видно, что он не только слегка деформирован, но и значительно уменьшилась его высота. Ну, соответственно, поршень стал задевать об коленвал. Но мы этого, честно говоря, момента так и не увидели. И я именно конкретно поршень о коленвал. Может быть, поршень, хотя повреждений у него нет. Скорее всего, он просто переклинил там у себя в посадочном месте и стал задевать где-то блока. Ну, в общем, гидроудар получился такой, не шибко смертельный. То есть тут теоретически пострадал только шатун. Нужно еще, конечно, коленвал проверить. Значит, пасть здесь 25 мм. 25,5, если я не ошибаюсь. Сейчас я вспомню. Значит, но самое интересное здесь то, что... Да, 25 мм. Поршни здесь 82,5. И по конструкции очень похожи на жигулевские. Вот у них вытеснители, клапана, кстати, здесь стоят не точно, ну, перпендикулярно, под небольшим уклоном, как на Жигулях. Но все-таки Фиат, это двигатель в основном фиатовский, то есть Лянча, Фиат. Вот, может быть, даже еще можно будет сделать дизельный жигулевский двигатель. Шутка, конечно, но тем не менее. Значит, теперь по состоянию поршневой. Сначала, когда я увидел вот этот вот люфт, я... Ну, понял, что, ну, подумал, что все, поршневая мертвая. Но на самом деле я был несколько неправ, потому что вот я с одного поршня вытащил вот оно кольцо. Я его сюда вставляю, а оно сюда не вставляется. То есть кольцо, я думаю, так невооруженным взглядом будет видно, что оно имеет не прямоугольную конструкцию, оно имеет... конструкцию в виде трапеции. Вот здесь хорошо видно. Особенность конструкции поршневой. То есть и люфт в канавке нужно смотреть вот в этом вот положении, как полностью утопленное. А когда оно полностью утопленное, оно люфтов не имеет. То есть эти поршни отличные рабочие. То есть если сюда поставить новые кольца и какой-нибудь блок расточить под эти поршни, ну теоретически, то они будут еще ходить и ходить. То есть от гидроудара здесь они не пострадали. Далее, шкив, раз он уже здесь лежит, покажу сразу же, это шкив переднего коленчатого вала с гасителем крутильных колебаний. Вот она резиновая муфта, демпфер, и он выходит вот здесь вот по краю. То есть вот эта вот часть, это все одна часть металлическая, а со шкивом под ремень, это вторая часть. Не сильно развитый гаситель, но тем не менее он присутствует. Ну, если учитывать, что этот двигатель больше там 3,5, ну максимум 4000 не работает, то в принципе такого шкива тут вполне хватает. И головка. Теперь начнем с крепления распредвала. Конечно, здесь товарищи итальянцы не шибко грамотно сделали. Удобно. Вот он распредвал здесь один большой. То есть он устанавливается сюда в головку. Здесь
он крепится посередине всего в двух местах, вот бугелями. Ну и, соответственно, передние и задние опоры, они представляют из себя вот такие вот элементы со втулками, то есть все это дело ставится и затягивается. Не сильно удобно в обслуживании, это раз. Во-вторых, я не вижу какого-то резона делать подобную конструкцию, чем она лучше, чем обычная конструкция на бугелях, там может быть всего два бугеля. Но, тем не менее, в обслуживании значительно сложнее получается система. Ну и то же самое вот сзади стоит втулка, то есть это дополнительно нужно менять втулки, если что-либо делать. Так, вот здесь часть, где ремешок привод на ТНВД. Так, также звездочка, точнее шкив ТНВД, он сидит на конусе без каких-либо шпонок. То есть он выставляется предварительно, затягивается, ну и потом вся система уже настраивается более точно. В остальном подъем распредвала 8,5, я здесь промерил. Толкатели здесь 37 мм в диаметре. Вот, кстати, они. Сейчас покажу. Оп, вот он здесь толкатель. То есть он сделан по конструкции, выполнен точно так же, как восьмерочный толкатель, но только он на 2 мм больше по диаметру. Пружины клапанов здесь, кстати, стоят внешне. Вот здесь одинарная пружина, но внешне она, я бы сказал, что как на ВАЗ классика. То есть, ну, только одна. Ну, я так понимаю, и качеством они получше, да и, ну, и на упругость, соответственно, ее было бы тоже интересно посмотреть. Так, ну, вот в этом головка меня, конечно, немножко разочаровала. Причем здесь вот сделана проточка, то есть сказать, что это как-то упрочняет головку, я тоже не могу. То есть здесь-то все равно сделана проточка, чтобы распредвал вытаскивать. Это дополнительные сложности. Что касается, в общем, конструкции головки, значит, хочу я обратить ваше внимание, во-первых, то есть даже не конструкция, а вообще качество сборки и обработки. У нас тут возник, ну не то что спор, но, в общем, стали прикидывать одно к другому, вскрывался ли этот двигатель. Прокладка здесь стоит оригинальная, но вот здесь вот есть вот такие вот очень великолепные борозды от фрезы. То есть, причем они не везде, то есть вот как вот здесь особенно вообще он такая рытвина от фрезы. Ну вот мы стали думать, то есть скрывался ли этот двигатель. Покажи прокладку. Вот, то есть прокладка здесь. Вот она. Она, короче, ну, в общем, вот она, оригинал. Лянча, Фиат. Вот, Лянча, Фиат, Лянча. То есть, ну я не думаю, что прям таки кто-то бы покупал сюда оригинал. Ну хотя, чем черт не шутит. Значит, также, что касается фуркамер. Здесь вот фуркамеры стоят. Они имеют ступенчатую конструкцию. Вот мы их протерли, и здесь вот есть такие... Ну, видно, я думаю, как бы удар. Вон она согнутая, вот, хорошо здесь видно. Раз, причем они разные на всех четырех. Здесь это фактически ровная, то есть тут нет никаких повреждений, а здесь вот. И у нас возникло такое подозрение, что эти фуркамеры, когда сюда ставили, их просто молотком туда, через, ну, через проставку туда забивали. То есть, соответственно, завод ли это сделал... Либо эта головка уже снималась и обрабатывалась. Хотя, с другой стороны, фрезеровка, то есть, ну, обычно люди не занимаются фрезеровкой головки. Хотя здесь фуркамера, то есть, теоретически надо все делать. Что касается именно состояния, в общем, ну, головка имеет, естественно, трещины между седлами. Раз, два, три и четыре. Ну, вот он, это какой у нас цилиндр? Это у нас первый цилиндр. Правильно? Да. Первый цилиндр. Тут самая страшная трещина. Самая такая большая. Ну, вообще на Volkswagen есть там допуска. Ну, в общем, головка жидкость не выгоняла. Охлаждающая. То есть там нету каких-то сквозных трещин. Но, тем не менее, конечно, это неприятно. Вот. Что касается состояния конкретно клапанов. Я здесь некоторые почистил. Ну, вот мы возьмем сюда, поставим для начала люфты. Ну, вы знаете, люфта здесь фактически нет. То есть, вот, все-таки в 80-е годы, то есть, вот как было сделано, так оно и есть. Это один клапан, вот он второй, причем клапана здесь оригинал. Их никто ничего с ними не делал вот здесь вот. Ну, то есть, фактически никаких люфтов нет. Значит, клапана, где-то я здесь видел, здесь вот плохо, на... Вот, сейчас я покажу. Вот тут вот надпись есть, переливается. А здесь вот есть в одном клапане, я видел, хорошо очень видно. Вот.
ну вот он тут Фиат, бла-бла-бла, все остальное. Но в то же время клапана, они имеют широкие фаски, и здесь вот в одном месте, я думаю, видно вот что. То есть фаска широкая, а тут раз, она узкая. То есть он в одном месте подгорел. Причем это все клапана имеют подобные повреждения, то есть фаска, оп, в одном месте тонко становится. То есть, если посмотреть на выпускные, например, седла, сейчас мы попробуем, но я даже не знаю, честно говоря, где это можно заметить. Ну, то есть, в каких-то местах клапана здесь подгорали. Может, это у нас уже они подгорели, ну, вряд ли они так у нас подгорели, потому что такой прогар, ну, в общем, вот такое состояние получается не за пару километров. Вот. Ну, в общем, состояние, в принципе, головка, если не учитывать трещины, ее отдать на шлифовку, то есть, чтобы отшлифовали, убрали все эти борозды, прирезать седла, даже без замены направляющих, ну, соответственно, сальники клапанов поменять, и головка отличная. Значит, что касается конструкции впускных-выпускных каналов, конечно, сделаны они на должном уровне. В этом плане Италия, итальянский автопром отличается грамотностью постройки двигателя. Несмотря на то, что некоторые конструктивные моменты выполняются, мягко говоря, не шибко разумно, не шибко удобно. Но вот что касается общей компоновки, именно там канал, конструкция, расположение, делается все на хорошем должном уровне. То есть вот у нас, например, впуск. Канал, он имеет более такую вытянутую форму, ну то есть он скруглённый, у него края. Причем по заводу направляющая немножко выглядывает в канал, не имеет никаких приливов. То есть это литье завода. И литье, хочу вам сказать, что очень даже неплохое, если сравнивать с чем-то другим. Это вот впуск, вот это выпуск. Сейчас, секунду, я так попробую, чтобы чуть лучше было. Вот он выпуск. Ну, выпуск такой более закрученный канал. То есть он идет более вот такой вот петлей. То есть в этом плане литье, конечно, выполнено хорошо. И обработка канала, она не имеет каких-то жестких больших ступенек. Там хоть и есть переход от фрезы, но он не такой прямо уж критично большой. То есть как вот пальцем если провести здесь. Здесь, конечно, чувствуется, что можно его скруглить, но нету такого жесткого перехода, как на других головках, то есть острого края. В этом плане, конечно, головка сделана хорошо. Кстати, клапана, выпуск здесь более тюльпанообразной формы, а впуск он почти, ну вот фактически Т-образный. Ну и, конечно же, впуск-выпуск, что касается именно коллекторов. Вот сделано здесь, конечно, несмотря на некоторые конструктивные особенности, в целом компоновка сделана грамотно. То есть, ну, начнем с того, что впуск. Впуск, вот он с ресивером делается. Здесь раньше их делали более укороченным, с укороченным путем. То есть, равнодлинный впускной коллектор. В принципе, ничего здесь необычного. Сейчас мы... Нету, то есть вот он канал здесь, все остальное, вот он, то есть ровный канал без каких-либо расширений, заужений. Так, но больше внимания мне хотелось бы уделить выпускному коллектору. Он чугунный, это заводской турбодвигатель, и коллектор здесь, несмотря на то, что это турбодвигатель, он, в принципе, можно сказать, что он развитый. Он, во-первых, равнодлинный фактически между собой. То есть вот этот самый короткий, наверное, все остальные, если так сравнить по длине, они в принципе одинаковые. И не настолько он задушенный. То есть есть на некоторых бензиновых даже вариантах коллектора более задушенные. А здесь турбовый коллектор и такой, ну, довольно развитый. То есть с завода сделано хорошо. Ну и система работает нормально. Ну, турбину я в данном случае не разбираю, потому что это очень долго. Она здесь заржавела. Вот. Так, единственное, что я в начале видео, ну не в начале, а там в некоторых частях до этого я говорил, что турбина, она не работает. Честно говоря, я, ну вот, сейчас попробуем пошатать. То есть люфтов здесь каких-то я не вижу. То есть, в принципе, турбина здесь, я думаю, работала. Так как он ехал неплохо, то есть, в принципе, все здесь работало. По крайней мере, может быть, не заводские параметры она выдавала, но что-то она делала, и в принципе система вся работала более-менее на должном уровне.
И сейчас мы хотим проверить свечи на работоспособность. Потому что было подозрение, что некоторые работали, некоторые нет. Ну, то есть используется просто аккумулятор. На него мы даем, вот он, плюсовой провод. Я его буду держать плоскогубцами. Вот так вот. Ну и, собственно, мы касаемся минуса. Так, о, работает. Все. Так, один свечек работает. Собственно, все то же самое. Раз. Слушай, смотри, рабочие свечи были, поэтому он на холодную заводился. Вполне. Ну, короче, ладно, все, хватит его. Завонял бедненький. Раз. Так, дальше берем свечку. Следующую, сейчас. Значит, и... Так, есть, да? Сейчас. Касаемся. Слушай, смотри. Пошел. Молодец, до красна нагревается. Все как положено. То есть свечи накаливания. И последнее. Это мы уже сейчас... Горячий еще. Горячий. Он просто, мы его до этого проверяли, когда настраивали аппаратуру. Так. Это я уже знаю, что он рабочий. Вот он сейчас. Оп. Он не дымится, потому что он уже, ну, только что мы его прогрели. Ну, то есть, вот все. Свечи работают. Так что свечи здесь еще хорошие. И заводился он поэтому хорошо. Низ блока и коленчатый вал на этом двигателе очень внешне похож на вазовский коленчатый вал, на вазовский блок. Ну, то есть, Фиат, все-таки есть Фиат. Вот. Ну, то есть, хоть это Лянч, то есть, это Фиат, это все одно целое. Значит, здесь коленчатый вал, в отличие от Жигуля, здесь я промерял до этого, у меня получился ход 89 мм. Но это из того, что я мерил, может быть, литературные данные немножко будут отличаться. Но в любом случае больше, чем на ВАЗе. И плюс шатунные шейки и коренные, они чуть-чуть полнее. Но в принципе, по межцентровым расстояниям, у меня такое чувство, что он может стать блок ВАЗ классика. Я его промерю, ну, вернее, я его замерил, приеду домой и посмотрю конкретнее, станет он туда или нет. Значит, коленвал из-за особенностей конструкции имеет существенное отличие от подавляющего большинства коленвалов тем, что у него передний болт, вот здесь хорошо видно, он имеет левую резьбу. Ну, то есть, то, что крепит шестерню. Все. Значит, коленчатый вал, несмотря на жесткие удары, гидроудар, который здесь был, вообще это гидроудар, который тут был, в принципе, это не сверх жесткий большой, тем более на четвертый цилиндр он пришелся, то есть рядом с маховиком. Мы промерили его биение. Единственное, что я не могу вам показать, как мы промерили, это было исключительно на глаз, то есть вон он лежит, наш индикатор. Мы мерили его в блоке таким обычным способом, потому что, к сожалению, нету здесь у ребят приспособление, то есть именно державки, которая держит микрометр. Вот. Ну, в общем, на скидку, на глаз я могу сказать, что коленвал нормальный, то есть у него биения нет, он не деформирован. Ну и, в общем-то, нагрузку он выдержал вполне нормально. Он имеет по одному противовесу, ну, то есть конструкция более упрощенная. Ну, то есть для дизельного двигателя самое оно. Ну и плюс, конечно же, здесь хочу заметить, вот они, развитые щеки по соединению корня с шатуном, то есть они такие именно большие, толстенькие. Сейчас я его проверну здесь. Вот, то есть вот эта часть большая, толстая, уже как на коленвалах, которые 84 миллиметра вазовских, вот что-то вроде подобное. Но здесь, мне кажется, как ни крути, но литье изготовления коленчатого вала будет получше. Также коленчатый вал имеет масляные каналы. Тут, в принципе, обычная система, то есть вот они, заглушки, просверлено все. Вот он, сквозной канал на шатун, но в корень здесь имеет несколько каналов. То есть вот один канал, то есть система как на вазовском двигателе один в один. Но если мы его немножко повернем, здесь есть дополнительно второй канал. И точно так же он просверлен, то есть они два сквозных канала. То есть для того, чтобы улучшить смазку двигателя. Ну, я, честно говоря, такое вижу впервые. Обычно одного канала и так хватает, и дополнительно не сверлят каналы, чтобы не ослаблять конструкцию коленвала. Ну, как видно, то есть
Двигатель выдержал гидроудар и коленвал не сломался. То есть прочности здесь вполне хватает. Ну, подобная конструкция, я не могу сказать, что она сверх лучшая для смазки шатунов, но имеет место быть, то есть для увеличения ресурса. Потом от этого отказались ввиду того, что в принципе так не было в этом нужды и потребности. И масляный насос. Значит, я ранее в видео показывал, что якобы привод масляного насоса. На самом деле я ошибался. Это были оба обводных ролика. Ну, то есть один обводной, второй натяжной. Масляный насос здесь на этом двигателе, как на любом нормальном двигателе, стоит на коленчатом валу непосредственно. То есть на, ну, в передней крышке. То есть вот она, передняя крышка. Она слегка грязноватая. Ну, то есть как на восьмерке, чтобы было проще. Для сравнения, роторного типа насос, но в отличие от всего остального, то есть вот они, роторы, он имеет довольно существенную ширину рабочего элемента, то есть он довольно широкий, он здесь аж 13 мм у меня получается, так? Ну, соответственно, производительность его позволяет обеспечить подачу масла ко всем элементам, хоть тут и нету гидрокомпенсаторов, но здесь стоят масляные форсунки. То есть вот внутренний элемент, кстати, насос нормальный, он не побитый, блестящий, то есть видимо с грязью двигатель не ходил. Что довольно удивительно, учитывая то место, откуда мы его взяли. Ну, я не хочу никого обидеть, но просто, как правило, люди, проживающие вдалеке от города, не сильно следят за тем, что туда льют. То есть это совершенно не обида, никого я не обижаю, это просто констатация факта, я такое видел. То есть что льется, то и хорошо, что главное не на сухую. Но здесь насос в отличном состоянии. Сам блок имеет здесь масляные форсунки, вот они стоят туда, в принципе, как на BMW. Вот они форсунки, раз, и вон она оттуда, ну, в общем, с другой стороны, она выглядывает, поливает поршень. Вообще, вот подобная конструкция, хоть здесь форсунки и стоят, ну, то есть, и система имеет место быть. Но лично я к подобным доработкам отношусь скептически. Вообще, вот я считаю, что на данном двигателе, в принципе, не шибко они спасают, не сильно они выручают двигатель в плане ресурса, потому что поршни, которые я вам показывал ранее, они не имеют никаких маслоуловителей, то есть вот как, например, в GZ там кольцо с маслоканалом, есть просто маслоуловитель, как балкончик на разных тракторных двигателях. Здесь ничего этого нет, поэтому в принципе толку от того, что эти форсунки есть, не очень много, тем более это дизельный автодвигатель, который не, по идее, не испытывает больших перегрузок именно в плане форсажа. Но тем не менее система сделана, они здесь есть, они не мешают, они работают. Но, пожалуй, из особенностей конструкции самой постели — это крепление коленчатого вала. Бугеля также внешне они похожи на вазовские, на блоки, то есть точно так же размечены все. Но, как вы уже, я думаю, заметили, здесь стоят посередине два длинных болта, то есть крепится все, резьба выполнена в шахте. То есть зачем это сделано, я так понимаю, для того, чтобы здесь снять нагрузку с блока, то есть чтобы как-то распространить усилия по затяжке. В принципе, то есть, опять же таки, это я в современных двигателях подобной конструкции не встречал. Это сделано для разгрузки блока, но, как практика показывает, и потом в дальнейшем система хорошая, но потом от этого отошли, стали делать проще, то есть чтобы не делать дополнительно длинных каких-то болтов, там меньше станочных операций, чтобы сосверливать глубже. То есть, в принципе, система хорошая, но надобности в ней какой-то жесткой нету. Теперь, конечно же, цилиндры. Обязательно их нужно показать. Как же ж мы не покажем цилиндр? Значит, здесь вот огромнейшая выработка, которая чувствуется ногтем. Причем это очень и очень хорошо чувствуется. Но, опять же таки, показать это проблематично. Вон она, кстати, форсунка. Сейчас, секунду. Вон они, форсуночки стоят. Цилиндр, он слегка ржавый, но я не знаю, поржавел он недавно или там за день, пока он стоял, мы его разбирали, или только что. Ну, в общем, цилиндрах Хон. Вот здесь, кстати, ржавчина. Вот это вот, по-моему, старая ржавчина, которая так и не сошла после работы двигателя. То есть то, что мы там 100 с чем-то километров проехали, она так и не сошла. Ну, в общем, конечно,
Ну вот он тут какой-то задир. Ну, то есть его тут до этого, его при нас, когда продавали, его перегрели. Ну, в общем, мотор. То есть это я показываю к тому, что мотор здесь имел достаточно хороший износ. И то, что ну, он в любом случае нуждался в разборке в капиталке. Он еще какое-то время пожил бы, но не так, что прямо этот двигатель аж великолепный и хороший. Его в любом случае блок под расточку. Сейчас мы... Вот здесь вот, например, хорошо видно задирчик. То есть этот двигатель... В принципе, на этом все. Обзор и дефектовка. Значит, как итог ко всему, что я показывал, могу, ну, как вывод, сделать следующее. Значит, итальянские двигатели, вот вообще по... конструкции, я имею в виду в общем компоновке, то есть форма каналов, там основные элементы там с камерой сгорания, все итальянские двигатели, ну я там не буду говорить, что это там лучшие двигатели в мире там или еще что-нибудь такое, но они вот реально продуманные, хорошие, хорошо сделанные с завода, и вот итальянцы в моторостроении, в отличие от кого-то другого, они понимали хорошо. Но в то же время исполнение силового агрегата в целом. То есть есть какие-то такие мелкие, ну как по мне, несуразные вещи. Там, например, помпа сделана в виде кронштейна под двигатель. То есть, ну как бы смысл этого делать, зачем оно надо. Я понимаю, что хуже от этого двигатель работать не будет, потому что все остальные его системы сделаны нормально. Но в то же время это сложное... усложнение конструкции, которое на практике оно не надо. То есть это усложняет работу с двигателем. Во-вторых, например, тот же самый распредвал, который стоит в блоке, то есть в блоке, говорю, в головке, имеет два бугеля центральных, и на втулках он сидит, то есть с одной и с другой стороны. То есть монтаж распредвала, это нужно, как я показывал, то есть это ставятся все толкатели, он прижимается сначала двумя вот этими вот бугелями, то есть там идет нагрузка большая, потом ставятся все вот эти втулки и собирается. То есть, ну, опять же таки, работает все нормально. Хуже, но от этого или лучше работать не будет. Но в процессе работы, то есть монтаж, демонтаж, ну, это усложнение конструкции, которое неоправданное, я считаю. То есть, поэтому своеобразные итальянские движки, они продуманные в плане конструкции, но вот такие вот именно исполнения у них, на мой взгляд, хромает. Вот такие вещи. Ну, конечно, это не идет в сравнении никогда ни с какими французскими двигателями. В общем, судьба дальнейшая двигателя пока не ясная. Поршни отсюда, они 82,5, я оставлю, может быть, сделаем дизельный вазовский двигатель, потому что остался ТНВД, форсунки, ну, вся топливная система. То есть, ну, напишите в комментариях, строить такой двигатель или нет. Я понимаю, что это лютая жесть. Но, тем не менее, то есть для эксперимента можно что-нибудь подобное сделать. Вот. Ну, в остальном, то есть двигатель... Ну, а также коленчатый вал, может быть, даже можно приспособить на вазовский блок. Есть маленькая надежда, что он подойдет. Ну, если нет, я, соответственно, сниму об этом видео. То есть, в любом случае, скажу, подходит он или нет. Вот. Поэтому пока на этом... все. Спасибо ребятам, которые меня приютили в Минске и обеспечили место, где я, собственно, снимаю все эти видео. Вот. Спасибо вам, ребят, большое. И на этом все. Благодарю за внимание.